Земная жизнь Пресвятой Богородицы. Глава 18. Внешний вид и нравственное величие Пресвятой Богородицы. Радуйся, благодатная! Пречистая Дева Мария окончила земную жизнь свою в летах преклонных. О внешнем виде Девы Марии сохранились известия в исторических описаниях святого Епифания и Никифора Каллиста. Она была роста мерного, немного выше среднего. Цвет лица ее был, как цвет зерна пшеничного. Волосы у нее были светло-русые и несколько златовидные. Глаза ясные, взгляд проницательный, зрачками как бы цветом ослины. Брови немного наклоненные и довольно черные, нос предолговатый. Уста подобны цвету розы, исполненные сладких речей. Лицо не круглое и не острое, но несколько продолговатое. Руки и пальцы длинные. В ней во всем была простота и совершенное смирение. Все современники, удостоившиеся счастья видеть Пресвятую Богородицу во время земной ее жизни, удостоверяют, что ее внешность была запечатлена дивною красотою. Святой Дионисий Ареопагит через 3 года после его обращения святым апостолом Павлом из язычества в христианство сподобился видеть Пресвятую Деву Марию в Иерусалиме, когда она была уже в преклонных летах. Описывая это свидание святому Павлу, Дионисий так выражается, что его ум и сердце изнемогли при созерцании величия ее божественной красоты, и что он готов был ей поклониться, как Богу, если бы не ведал, что Бог есть един. Одежда ее была всегда чужда роскоши и скромная, поступь была величественная и твердая, взгляд серьезный и приятный, речь кроткая, льющаяся прямо из незлобивого сердца, обращение безыскусственное и простое. Вся красота ее божественной души отпечатлевалась на ее лице, но эта красота наружности была только прозрачным покрывалом, сквозь которое светились все добродетели непорочной красоты ума и души. В каждом деле она исполнена кроткого величия и целомудрия. Она была славнейшая и прекраснейшая из всех земных жен, потому что она Пресвятая Дева не только плотью, но и духом, потому что в ее лице сосредоточены все сокровища благодати. Повторим слова святых отцов. Поистине в Святой Деве изумляет нас не только непорочная и чистая лепота телесная, но особенно совершенство ее души. У нее ум Богом управляемый и к одному Богу направленный. Ее желание устремлено только к единому, достойному желанию и любви. Ненависть она имела только ко греху. Она была смиренна сердцем, благомудрена в беседе, на слова не скоро, говорила мало и только необходимое. К чтению была прилежна, всегда трудолюбива, ко всем почтительна, поставляя не человека, но Бога своим судьёю. К бедным и страждущим она была милостива и никому не отказывала в помощи. Ее безусловное смирение и преданность воле Божией, непрестанная молитва, благодушное терпение тяжелых испытаний, сердечная теплота к ближним, постоянно проявляющаяся в ней от младенчества до успения, поставили ее выше всех святых людей, выше даже сил небесных. Все предстоят со страхом и трепетом пред престолом Господа, как слабые творения пред всесильным Творцом.
а Пресвятая Богородица предстоит пред ним с материнским дерзновением и многое может молитва Матери к ее Сыну и Богу нашему. Все соединялось в Пречистой Деве, чтобы указать нам, грешным, где надо нам искать помощи и заступления в бедах. Она была увенчана всеми благодатными дарами Духа Святого. Ей одной Церковь вопиет: «Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица!» Почти 19 столетий прошло с тех пор, как торжественная песня ангелов огласила землю во славу родившегося Спасителя мира. И с тех пор эта благодатная весть переходит из рода в род, из века в век, и будет до самого окончания мира вызывать благодарственные хвалы Спасителю мира и Его преблагословенной Матери. И нам, ли православным, не ублажать и не почитать Пречистой Богородицы? Под небесами нет имени выше имени Господа Иисуса Христа, от которого мы приняли спасение и благодать. Как же нам не ублажать той, от которой наш Спаситель родился на земле, воспитан ею и повиновался ей. Она – основание нашего упования, в ее величии – сила нашего молитвенного упования. Воздавать почитание Пресвятой Богородице составляет непременную обязанность каждого последователя Христова. Она – живой храм Господа нашего. Ее попечению Он поручил род христианский. Христиане с первых времен знали силу ходатайства Пресвятой Богородицы, постоянно призывали ее в молитвах, просили ее помощи, всегда прославляя ее величие и благодаря за благодеяние. Если память праведных бывает прославляема Церковью по всей земле, то кто же не воздаст хвалы той сокровищнице правды и святости, которая была живым кивотом Бога Слова? Отцы Церкви не находят слов, чтобы достойно прославить Бога Матерь. Но как молчать, когда сердце преисполнено живой любви и благодарности к милостивой Царице неба и земли? Христиане знают силу ходатайства Богоматери и призывают ее на помощь во всех бедах и напастях, и предают ей защите себя, своих ближних и все, что имеют. Они веруют, что Спаситель мира ни в чем не может отказать своей преблагословенной Матери, когда она ходатайствует пред престолом Его о людях. И как ей не заботиться о судьбе каждого из нас, когда ради всех нас возлюбленный ее Сын претерпел все мучительные страдания, когда ей самой как мечом пронзила душу скорбь, претерпенная ею для нашего спасения? Ей ли не заботиться о благе тех, ради которых ее Сын и Бог перенес мучительную и позорную смерть? Ей ли не любить тех, кто кровью ее Сына куплен для Царствия Небесного? Если и у нас, бедных грешников, нет в сердце чувства благороднее и честнее по силе преданности самоотвержения, как чувство, связывающее многогрешную мать с сыном, таким же много согрешающим, если из всех воспоминаний дорогих сердцу ни одного не может сравниться с воспоминанием сына и любившей его матери, сохранившей его в годы детства.
о ее самоотверженной любви и за гробом, не покидающим его при молитвенном соединении, то что же сказать о Пресвятой Богородице, воплощенной любви и чистоте? Что сказать о ее Сыне, божественной правде и бесконечном милосердии? Сын Божий вознесся на небо, сидит одесную Бога Отца и не перестает внимать Божественной Матери Своей, а она, взятая Своим Сыном и Богом на небо, не перестает любить Сына и Его великое дело спасения рода человеческого. В ней не угасает чистая и всех объемлющая любовь, которая указана людям как прибежище во всех скорбях и невзгодах жизни. Она испила чашу скорби, пронзившую ее сердце. Ей ли не понять нашу скорбь, когда мы будем искать в ней успокоение и утешение? Спаситель, умирая на кресте в лице возлюбленного ученика своего, ко всем людям обратился с указанием: «Се мати твоя!» В тяжких скорбях, когда сердце готово разорваться, обратимся к матери всех скорбящих, и как малые дети с сознанием своего бессилия будем вопиять к ней: «Пресвятая Богородица, помоги нам! Погибаем! Поспеши нам на помощь! Тебя призываем! Помоги, вразуми, укажи путь к Царству Небесному, подай нам силу, чтобы добрыми делами, честными мыслями, верою, добросовестным исполнением наших обязанностей могли мы приобрести право на Твое материнское заступничество». У кого недостает силы выразить все чудеса Ее заступничества? Кто избавил нас от бед, если бы не ее предстательство? И от каких врагов не спасает она? Каких печалей не утоляет? Даже гнев Божий праведно на нас движимый, сила ее ходатайства отвращает от нас. Пред ее чудотворными иконами во все времена проливаются потоки слез скорбящих и беспомощных. Уходил ли кто от нее неутешенным? Все упование мое на тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом твоим.